Здравствуйте. Слушая мистические истории, я не перестаю удивляться человеческой наивности. Мистика – неотъемлемая часть нашей жизни. Прежде чем обвинять неведомые силы, вспомните, какой темной может быть человеческая душа. Смотрите сегодня в программе. Женщина решила избавиться от ребенка с помощью магии. Но на всю жизнь осталась бесплодной и за это решила наказать колдунью. Можно ли посадить за решетку невиновного человека и остаться при этом безнаказанным? В доме появляется новая соседка, а вместе с ней и проблемы. Люди боятся жить рядом с ведьмой. Но правда ли, что новая соседка проводит магические ритуалы? Обидеть легко. А вот чтобы извиниться, нужны мужество и уважение к себе. Если же вы провинились перед магом, опасайтесь. Цена прощения может быть слишком высокой. Галина Филатова, 25 лет. Решила избавиться от нежеланного ребенка с помощью магии. Галина и Игорь встречались уже несколько месяцев. Девушка была влюблена в этого парня и поэтому решилась рассказать ему о своей беременности. Она очень переживала и ждала другой реакции любимого. Игорь оттолкнул девушку и предложил сделать аборт. Но Галина знала, аборт делать поздно. Срок очень большой. Мужчину такая новость разозлила. Чем она раньше думала? Теперь пусть разбирается сама. Он здесь ни при чем, и ребенок ему не нужен. Когда женщина делает аборт совместно с мужчиной, это не грех женщины. Это всегда грех двух людей, минимум, а зачастую и большего количества людей. Мам жениха, мам невесты, короче, вот, ну, понимаете, всей толпы, которая в этом принимала участие. За это платят все. Мужчины боятся этой ситуации, исходя из непонимания себя как отца или непонимания своих функций. Если произошла такая ситуация, и эта женщина не имеет социального достатка, и у нее есть какие-то сложности, она может родить этого ребенка и оставить его в детском доме. Она, если жизнь и душа зародилась, значит, она ее должна дать. Шокированная Галина решила пожаловаться единственной подруге, своей начальнице. Ведь в этом городе она недавно сама приехала из села, а туда вернуться с ребенком без мужа просто невозможно. И друзей в городе пока не было. Екатерина выслушивала рыдания подчиненной и злилась, но не на Галю, так как ее она как раз хорошо понимала. Ее раздражало поведение Игоря, типичного похотливого самца. Екатерина нашла нужный номер и набрала его. Для начала нужно было помочь Галине, а уже потом разбираться с нерадивым папашей. Я не думаю, что девушка, которая шла на подпольный аборт к этой знахарке, она действительно думала, что это будет магический обряд. К счастью, она не закончила жизнь самоубийством, потому что часто бывает такое, что эти девочки, они либо рожают детей и отдают их в детские дома, либо вообще заканчивают жизнь самоубийством, потому что у них есть вилка между тем, что они не могут решить эту историю и не могут вернуться домой. И ситуация бывает очень часто патовая. Поэтому я думаю, что в этот момент этот почти ребенок, она была готова на любую помощь, ну, определенного характера, только для того, чтобы эта история решилась.
Оказывается, у Екатерины была знакомая колдунья, которая была известна тем, что могла помочь избавиться от нежеланного ребенка. Именно к ней женщина и привела Галину. Ведь если медики отказываются сделать аборт, то следует искать другие способы. Бабка Матрёна без слов поняла, с какой проблемой пришла к ней Галина. Она пыталась отговорить девушку от убийства ребенка, ведь это большой грех. Галина объясняла, что не может оставить ребенка, ведь его отцу она теперь не нужна, а самостоятельно прокормить малыша она не в состоянии. Бабка даже разозлилась. Что значит прокормить? Разве жизнь ребенка можно сравнивать с какой-то карьерой или материальным благополучием? Колдунья объяснила женщине, что душа уже спустилась к маленькому существу. Неужели Галина готова убить эту душу? Но та плакала и молила о помощи. Тогда бабка взяла бутылочку с какой-то жидкостью и приказала выпить ее в полнолуние. После этого ничего не есть, а на работе взять выходной. И напоследок очень попросила еще раз все обдумать. Екатерина протянула бабке деньги, но та отказалась. Только произнесла: «Не возьму. Это ваш грех, ваша и плата будет». Когда вы приходите к специалисту и просите у него чего-то сделать, и он вам говорит, что этого делать не надо, послушайте, пожалуйста, потому что человек, наверное, знает, когда он говорит, что не надо. Многие не объясняют этого, потому что они, может быть, не совсем знают механизм того, что происходит. Вот. Но особенно там вот, ну, люди, которые живут в селе, ну, у них как бы, как бабки так называемые, да, они, может быть, не обладают такими прямо там энциклопедическими знаниями. Они просто знают, что этого делать можно, а это делать нельзя. Если вы приходите к магу, и маг отказывается у вас брать деньги, то вы должны понимать, в том случае, если вы не дадите ему денег и не расплатитесь с ним, маг сможет забрать от вас что-то другое. Это может быть здоровье, это может быть удача, это может быть любовь, это может быть все что угодно. Про практику знахарскую я мало что понимаю и про то, как она устроена. А про врачебную практику, ну, долгое время отечественная медицина была устроена как бесплатная. И поэтому многие люди, которые обращаются, скажем, за медицинской помощью, рассчитывают на ее бесплатность, и это для них является нормой. Возможно, что и люди, которые практикуют целительство или практики, которые помогают людям справиться с проблемами, часто могут быть вызваны тем же самым социальным контекстом, в котором они формировались как личности. И за некоторые вещи эти люди считают брать деньги или гонорар, ну, выше собственного достоинства или недопустимого. Этой ночью Галина не могла уснуть. Вспоминала реакцию Игоря, его предательство. Она решила больше не ждать, хотя указанное бабкой время еще не пришло. Ей тоже не нужен ребенок от такого подонка. Такой боли Галина не ощущала никогда. Ее трясло, как безумную.
Девушке едва хватило сил доползти до телефона, позвонить Екатерине, чтобы позвать ее на помощь. Но подобное поведение, учитывая нестабильное эмоциональное состояние, неустойчивую жизненную ситуацию женщины молодой, возможно, что можно расценить в том числе и как суицидальное поведение. Стояло ли за этим намерение, которое помогло бы получше идентифицировать ситуацию, неизвестно. Это может быть просто компульсивное действие с плохо осознаваемыми необходимостью суицидальными и которые не могли быть остановлены иначе, кроме как прекращением ситуации. В больнице подтвердили выкидыш, а уже через неделю Екатерина забрала Галину домой. Девушка еще долго не могла прийти в себя. Оказалось, очень тяжело терять ребенка, а вместе с ним и надежду на то, что она вообще когда-нибудь сможет иметь детей. Выкидыш был тяжелым, пришлось оперировать, и теперь о материнстве Галина могла забыть навсегда. Женщины топили горе в вине. И Екатерина, привыкшая все решать с позиции силы и денег, быстро нашла виновную в этой трагедии. Бабка Матрена. Из-за ее зелья у Галины теперь такие проблемы. Значит, именно ее нужно наказать. Эта спонтанно возникшая идея понравилась обеим женщинам. В трудовой книжке никогда не будет записи. Маг или колдун, или таролог, или экстрасенс. Соответственно, нельзя привлечь мага или экстрасенса за профнепригодность. Профессиональную оценку деятельности мага могут дать только его коллеги, которые, ну, либо достаточно известны своими качественными работами, либо, ну, хорошо себя зарекомендовали. Криминальные аборты поэтому и являются криминальными абортами, потому что они в этот момент последствия могут быть абсолютно любыми. И неважно, это аборт, который производится, вернее, срыв, да? И неважно, это срыв, который происходит при помощи, там, трав, которые продаются абсолютно на любом рынке, при помощи, там, не знаю, поднятия тяжести, горячих ванн и еще куча разной ерунды, которая портит людям здоровье. Не думаю, что использование там этой травы в полнолуние действовало бы более благоприятно, чем использование этой травы там вне полнолуния. Уж если вы человека упросили чего-то сделать против его воли, то кроме как спасибо, ничего другого он не заслуживает. Потому что человек взял на себя определенные функции. Поверьте, это очень нелегко убить человека. Потому что они за нами потом все ходят, что-то говорят. Это не очень приятно. Екатерина снова обратилась к нужным людям, и они с Галиной подали иск в суд. Уже через месяц бабка Матрена сидела на скамье подсудимых. На протяжении всего судебного процесса Галина не могла поднять глаза. Смотрела в пол, ведь она чувствовала свою вину и знала, что решение суда куплено. Бабка Матрена подписала все признания и сидела молча весь процесс. Лишь в конце прошептала: «Сегодня вы не мою, а свою судьбу решаете». Привлечь знахаря или мага
к юридической ответственности, во-первых, невозможно. А во-вторых, люди, которые пользуются даже услугами черных магов, а потом раскаиваются, если они пытаются таким способом уйти от ответственности, якобы восстановить справедливость, они всегда получают очень сильный и тяжелый удар от мага. Дело в том, что когда люди совершают какие-то определенные поступки, да любые поступки, когда человек совершает, он пишет свою судьбу. Если мы делаем какую-то гадость, или мы делаем что-то хорошее, мы пишем свою судьбу дальнейшую, и судьбу своих потомков, там, детей, внуков и так далее. Когда люди изначально делают, ну, совсем уж нехорошее дело, они сильно пишут свою судьбу. Ну, я, честно говоря, не юрист, поэтому я не очень понимаю, как это все устроено. Я думаю, что для того, чтобы давать лицензию на какую-то деятельность, она должна быть проверяема с точки зрения результата и с точки зрения каких-то нормативов. Я никогда не слышал о нормативах на волшебство и магические деятельности. Что касается привлечения к суду, ну, если один человек считает, что другой нанес ему ущерб, то я думаю, что по законам государства он имеет право обратиться за помощью в соответствующие органы, подав заявление, по поводу которого, по идее, должно быть проведено расследование и сделаны какие-то заключения, опровергающие или подтверждающие реальность нанесенного вреда. После суда женщины больше не вспоминали о колдунье. Пока в одно прекрасное утро Галина не проснулась и не увидела на своем лице странную сыпь. Красные пятна также покрывали и тело девушки. Галина позвонила Екатерине, чтобы отпроситься с работы. И с ужасом услышала, что у начальницы те же проблемы. Точно такая же кровавая сыпь красовалась и на лице у судьи. Женщинам сразу стало понятно – это месть колдуньи, и нужно просить у нее прощения. Сейчас они были готовы признать, что поступили подло. Судья навела справки, где сейчас находится бабка, и получила страшное известие. Старуха умерла 9 дней тому назад. Эта новость повергла женщин в шок, ведь все трое чувствовали свою вину в смерти колдуньи. Что делать, они не знали. Но проблема оставалась, и нужно было ее решать. Как избавиться от проклятия старухи? После ее смерти просить прощения было не у кого, поэтому женщины решили вымолить его в церкви. Очень скоро от сыпи не осталось и следа, и женщины решили отпраздновать чудесное исцеление в загородном ресторане. Подруги были счастливы и даже вспоминать не хотели о колдунье и ее месте. Но только до тех пор, пока та сама о себе не напомнила. Каждый человек, идя к магу, должен принимать на себя ответственность. Если он вдруг передумает или попытается предъявить претензию к магу, то в любом случае он получит сильный энергетический удар. Возможно, своим проклятием она индуцировала этих трех женщин на определенное поведение. Тем более, что оно, в общем, соответствует действительности, потому что тогда, когда
люди не хотят нести ответственность за сделанное, пытаясь переложить его на исполнителя, то это всегда имеет последствия для всей дальнейшей жизни. Поэтому можно говорить о том, что она их индуцировала, а можно сказать, что и так или иначе последствия наступили бы. После аварии все трое оказались в больнице. Галина смотрела на подруг и понимала, бабка просто так этого не оставит. Она будет мстить даже после смерти. Галина решила обратиться к экстрасенсу. Ведь как просить прощения у мертвого человека, она не знала. Изольда Эрнестовна, ведьма в седьмом поколении, слушала девушку с явным недовольством. Не в первый раз она сталкивалась с подобными ситуациями, да и не любила она помогать таким клиентам. Ведь свой грех нужно искупить в полной мере. Но Галина признала свою вину в смерти бабки Матрёны и своего ребенка. Она была готова на все. Ведьма предупредила, что обряд искупления будет очень непростым. Но Галина даже не представляла, насколько. Перед глазами пробежала вся ее жизнь. И то, как просила ребенка убить. И как взятку давала. Как засудила невинную женщину и тем самым обрекла ее на смерть. Подруги выздоровели и очень скоро выписались из больницы. Галина же на 40-й день после смерти бабки Матрёны закопала кровавую жертву искупления в ее могилу. Она попросила прощения и надеялась, что теперь душа старухи простит ее. Несмотря на наличие паспорта того или иного государства, у мага, у всех магов он есть, но для магов куда более важным моментом является соблюдение некого магического кодекса, нежели какого-то гражданского или криминального. Для многих людей очень важно, будут ли они наказаны снаружи какими-то органами, другими людьми, наступят ли какие-то
юридические или социальные последствия, упуская из виду другое важное обстоятельство, что если ты нарушаешь свои нравственные этические принципы, то бессознательно это будет обязательно иметь последствия. В этом смысле бессознательно человек сам себя накажет тем или иным способом, подставляя себя в какие-то ситуации, неаккуратно себя ведя и игнорируя важные сигналы из внешнего мира, которые предупреждают об опасности. Так или иначе, человек несет ответственность за всякое действие, которое нарушает его нравственно-этическую структуру. Я думаю, что на самом деле эта история не закончилась. Она не может закончиться благополучно, потому что любой человек, который по-настоящему занимается магией, он находится под защитой определенных сил. И когда такого человека по подлости и низости там, каких-то людей, еще тем более заказчиков, да, вот таким образом с ним поступают, то эти высшие силы, они, конечно, не дадут этому просто так всему соскочить. В этот раз не умерли, умрут следующий. Знаете, что делать? Иметь честность отвечать за свои поступки. Потому что если ты уже что-то сделала, и получается беременность, отвечая за это. Если она решила сделать аборт и приняла вот такое решение, она тоже должна была взять на себя ответственность. Я думаю, что если бы каждый человек в этой истории взял за себя ответственность, то история бы не случилась. Эта история закончилась хорошо. Но стоит ли помогать всем и каждому? Ведь говорят, не просят – не лезь, не спрашивают – не рассказывай. Героиня нашей следующей истории вызвала гнев соседей из-за своих необычных способностей. А ведь она просто пыталась быть полезной людям. Влада, 38 лет. Получила в наследство квартиру, а вместе с ней проблемы с соседями. Влада была очень счастлива. Наконец-то у нее появилось собственное жилье. Двоюродная тетка, не имеющая собственных детей, перед самой смертью завещала ей все, что имела. Племянница относилась к пожилой родственнице с заботой, помогала и ухаживала за ней. Женщина мечтала как можно быстрее привести в порядок унаследованную квартиру, чтобы больше никогда не мотаться по съемкам. Осторожные соседи не оставили незамеченным факт появления в их доме новой хозяйки. Галина, соседка сверху, устроила Владе едва ли не допрос. Почему-то открывает входные двери и к кому сюда приходит. Влада сначала удивилась, но решила не ссориться с соседями и рассказала о завещании и наследстве. Галина не поверила ее словам. Она пояснила, что является ответственным лицом домового комитета и должна быть уверенной в правомерности действий новой жилицы. Влада пригласила Галину в квартиру и радушно показала все документы. Ведь ей нечего было скрывать. Убедившись, что бумаги в порядке, и Влада вселилась в квартиру на законных основаниях, Галина резко сменила гнев на милость. А Владе показалось, что она нашла подругу в новом доме. Последующие дни пролетели быстро. Влада занималась уборкой, выбрасывала весь хлам, который остался после тетки. Из-за нехватки средств на ремонт она старалась хотя бы немного привести в порядок квартиру.
Хлопоты по дому не давали Владе возможности познакомиться с соседями. Через некоторое время она начала замечать, что ее в этом доме стали недолюбливать. Соседи при встрече с ней вели себя очень подозрительно. Объяснить такое отношение к себе женщина не могла. Это яркий пример того, как абсолютно спокойным способом, используя готовность человека верить во все, что угодно, готовность объединяться в некую стаю, готовность не принимать новых людей, потому что дом был старый, соседи все были знакомы. И чужой человек, который приехал, конечно же, был нарушителем спокойствия. И все соседи сначала настороженно относились к новой соседке. Почему? Да потому что она новая. Когда в устоявшемся обществе появляется новый человек, люди привыкли скидывать на этого человека все беды, которые у него происходят. Скидывают на его отрицательную энергетику, на его какие-то сверхспособности, на дурной глаз и тому подобное. Влада решила посоветоваться с Галиной. Она живет здесь много лет и должна знать, почему вдруг соседи ее не взлюбили. Слова Галины поразили Владу. Оказывается, с ее приездом в доме начали происходить мистические события. То умер молодой здоровый мужчина, то заболело сразу несколько девушек. И при этом в подъезде постоянно находят следы магических ритуалов. То мертвых животных, то части ритуальных кукол. Вот люди и винят Владу в колдовстве. Ведь до нее такого не происходило. Ни один человек, который занимается такими вещами, никогда не будет гадить там, где он живет. Никогда. Для того, чтобы сделать подклад, нужен определенный довод, почему мне этот человек мешает. Просто потому, что я ведьма. Кому-то что-то подкладывать не имеет никакого смысла. Подклад – это очень обширное понятие. Это передача через предмет. Это методика, не более чем. Поклад – это не порча, поклад – это не приворот. Это методика передачи программы. Найдя в доме или в одежде поклад, необходимо отнести его в первую очередь специалистам. Предварительно, естественно, не брав его руками, а сметя веником носовок и сыпав какой-нибудь пакет. Отнесите его специалисту, специалист с ним справится, я думаю, что с любым покладом. Поклад – это как часть, наверное, некой деревенской магии. В данное время сейчас поклад используется достаточно редко, ввиду того, что доступ к домам, доступ к личным вещам достаточно проблематичен. Хотя у меня в практике были случаи, когда нанимались частные детективы, чтобы дополучить волосы определенного человека в парикмахерской. После услышанного Влада едва смогла уснуть. А через какое-то время женщину разбудил запах дыма. Влада не сразу поняла, откуда он идет, но, открыв дверь, ужаснулась. На полу возле ее двери пылал какой-то магический знак. Влада бросилась тушить пламя, но вдруг увидела странные угрожающие надписи на стене. Ее здесь ненавидят и грозят расправой. Этого было достаточно, чтобы заставить женщину посреди ночи собрать вещи и выбежать из дома. Однако убежать Владе не удалось. Дверь захлопнулась, и снова открыть ее она не смогла. Это была безвыходная ситуация.
Проснувшись, Влада вздохнула с облегчением. Это был всего лишь сон. Женщина чувствовала себя разбитой и растерянной. Но не успела она прийти в себя, как в дверь позвонили. Это была соседка с нижнего этажа. Она метнулась в квартиру, будто бы боялась, что ее заметят. Женщина стала умолять вылечить ее дочь. По всему телу девочки пошла странная сыпь. На удивленные замечания Влады, почему женщина обратилась именно к ней, соседка ответила, что сегодня выходной день, и из поликлиники никто не придет. А Влада ведьма и сможет помочь ребенку. Девушка попыталась объяснить соседке, что она не владеет никакими колдовскими способностями и не знает, как помочь девочке. Но после того, как женщина бросилась на колени и стала умолять помочь ей, Влада поняла, никакие аргументы здесь не подействуют. Нужно как-то выходить из сложившейся ситуации. Еще со времен, когда Влада жила в селе, от своего дедушки она научилась распознавать травы и лечить ими. Вот и сейчас она дала соседке лечебный сбор, который должен был снять воспаление, однако не исцелить. Все это она и объяснила матери, которая готова была пойти на все, лишь бы вылечить своего ребенка. Магическими практиками склонны заниматься люди, для которых либо окружающая действительность непонятна, либо скучна. Поэтому тогда, когда она непонятна, она требует каких-то объяснений. И часто люди обращаются к каким-то особым, неизвестным сакральным знаниям, которые как-то особенно объясняют происходящее вокруг них. Приблизительно в том же ключе действуют и те люди, которые заскучали. А им тоже нужно как-то оживить свое восприятие и найти новые формы восприятия реальности и новые смыслы этой самой реальности. Поэтому чаще всего магические действия, ритуалы развития следует в большей степени рассматривать как в целом направление развития человека, который застоялся и которому хочется каких-то новых впечатлений от жизни. Есть люди, которые не обладают оккультными знаниями и не используют книги или магические учения. Но эти люди обладают пониманием тонкостей магического мира. Такие свойства к ним могут прийти от генетических предков, то есть они передаются по крови. Или же это может быть память души, переданная из прошлого. В таком случае человек, который не обладает каким-то образованием или опытом в магической сфере, может проводить разнообразные обряды, лечить людей, использовать свой дар. Влада продолжала быть чужой в своем доме. Даже помощь больной девочке сыграла с ней злую шутку. Теперь все были уверены. Новая соседка – ведьма. Вдруг из подъезда выскочила тетка Мария и едва не с кулаками набросилась на Владу. В руках она держала какой-то странный клубок с куриной лапой. Тетка обвиняла Владу в колдовстве и просила соседей быть свидетелями. Вдруг все женщины подъезда набросились на ничего не понимающую Владу, а она все отрицала. Тогда соседки решили сами вывести ее на чистую воду, зайти в квартиру и найти там следы колдовства. Определить человека, ведьма или нет, по внешним признакам невозможно.
Ну, простому человеку, обычному, нормальному, невозможно. Мы друг друга видим, и видим практически сразу, и практически сходу. И можем определить, человек ученый, неученый, там, пользуется он этими своими знаниями, не пользуется вообще, знает ли он о том, что он такой. Мы это видим и слышим. То, что люди темные и дикие, это знают все. Если вы подозреваете своего соседа в занятии магией, то обратите внимание на те предметы, которые есть у него в доме. Например, ритуальные ножи, которые лежат не на кухонном столе и не среди кухонных приборов, а лежат, например, на скатерти в отдельно стоящей комнате, на отдельно стоящем столе. Попытайтесь взять этот нож в руки, попросите мага. Если он даст вам этот нож в руки, это просто совпадение, и этот человек не является магом. Маг навряд ли вам даст свой нож в руки. Часто люди, которые для других выглядят непривлекательно или зловеще, с ними связываются все неприятности, и с их появлением связываются неприятности, которых как будто бы до этого не было. Владу вели домой, как на Голгофу. Ведь испуганные и разъяренные женщины были готовы разорвать ее, как ведьму, прямо на ступеньках. Однако картина, которая открылась их глазам, расставила все точки над «и». Прямо около квартиры все увидели Галину, сосредоточенно рисующую таинственные знаки. Женщины были шокированы этой встречей. И Галине, пойманной с поличным, ничего не оставалось, как рассказать всем, зачем она это делала. Галина призналась, что все ритуальные предметы она подкладывала соседям сама. А также нарочно клеветала на Владу, обвиняя ее в колдовстве. Проблема была в квартире. Галина была убеждена, что бывшая хозяйка квартиры, тетка Франия, была женщиной одинокой, без родственников и наследников. Галина присматривала за старушкой и надеялась получить потом ее квартиру. Даже все документы уже собрала. Но тут вдруг приехала Влада и спутала Галине все карты. Тогда женщина решила выжить новую соседку, устроив так, чтобы ее заподозрили в колдовстве. Она сама осуществляла все эти страшные ритуалы, надеясь, что соседи озлобятся и выгонят ведьму из дома. Влада слушала эти признания и удивлялась, как можно было вообще такое придумать. Католическая церковь устраивала эти процессы все для того, чтобы забирать у людей землю, как здесь квартиру, для того, чтобы успокаивать крестьян. Ну, короче, в общем, все не сложилось, вы тут сидите голодные. Почему? Потому что эти сволочи наколдовали. Всегда нужен внешний враг. Ну, собственно, что здесь и было. Женщины попросили прощения у Влады. Да она и не обижалась. Понимала, что они чувствовали и переживали, находя у себя под дверьми оккультные предметы и знаки. Самое главное, что все выяснилось. И она, наконец, сможет спокойно жить в собственной квартире. Новый человек, который появляется в устоявшемся обществе, всегда становится неким спусковым крючком для уже давно назревших конфликтов. Я думаю, что эта история – это замечательное учебное пособие по мистике и магии. Потому что если посмотреть за каждым колдовством, всегда можно ответить на вопрос, кому это выгодно. И уже исходя из этого, можно спокойно ответить, что же это было на самом деле. Я думаю, что
длительно проживающие люди, которые не имеют никаких особенных пристрастий, не особенных возможностей, а являются, ну, вот так вот, как и большинство, обычными людьми. В какой-то момент, естественно, испытывают сочувствие к себе и желание как-то отличаться и разнообразить свою жизнь. И отчасти это можно назвать скукой, но по большому счету это вполне себе серьезная проблема, кризисная, которая встает перед людьми в определенном возрасте. И некоторые люди двигаются в сторону приобретения каких-то новых навыков, новых контактов для того, чтобы сделать что-то необычное в своей жизни, что их увлекает, возбуждает, тянет и привносит в их жизнь новые краски. Но есть люди, которые по тем или иным причинам не могут, не умеют, не знают, как разнообразить свою жизнь и не имеют по этому поводу никаких сценариев, за которыми они могли бы последовать. И тогда в силу вступают всякие разные необыкновенные истории, которые могут произвести впечатление как друг на друга, так и на соседей, так и на большую аудиторию. Да, такие истории помогают верить в чудо. Ведь судьба бережет тех, кто готов посвятить жизнь спасению других. Я желаю здоровья вам и вашим близким. Скоро увидимся, чтобы познакомиться с новыми мистическими историями.